Дорогие друзья, минуточку внимания, давайте поаплодируем всем. Сегодня 28 декабря. Всех поздравляем с грядущими праздниками. Спасибо всем большое, что приехали. Сегодня у нас первый этап клубного кубка «Игром» на трассе Воденцова. Давайте поаплодируем ребятам, принимающим стороне. Формат соревнований у нас немножко новый сегодня. Один день сразу всех классов. В общем-то, аншлаг очень порадовал. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете наше мероприятие и приезжаете к нам. У нас тоже небольшое обновление. У нас теперь есть монитор с лайв-гонкой. Там можно будет не сильно, то есть после заезда не убегая в судейскую, просто повернуться и посмотреть с подиума, как ты наездил. Все, я вам желаю успехов. У нас, кстати, есть за что побороться. SKM Toys нам отличные призы подготовил во всех классах. Машинки отличные, новогодние подарочки. Так что боремся. Не на жизнь, а на смерть, но ведем при этом корректную борьбу. Задним ходом не пользуемся, матом не ругаемся. Уважаем соперников. Ребят, еще раз давайте поаплодируем друг друга. Спасибо, готовимся! Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 27 декабря, и мы в последние выходные 2015 года на обновленной трассе Воденцова, на увеличенной, проводим первый этап клубной серии «Игру», ну, соответственно, по названию данного клуба, который здесь вот с этого года начал свое существование. И, как всегда, наши соревнования посетили ребята из SKM Club. Выступают они в двух классах. Традиционно в классе модели Buggy 4 VD Stock. На модели VRX Racing Spirit едет у нас Черных Александр и Кульшин Александр. Ребята, в общем-то, на всех соревнованиях регулярно борются у нас за финала. Отличный результат. Сегодня поборются снова за подиум. Также в шорт-корсах у нас полноприводных сегодня достаточно плотная группа, много народу. Снова ребята приехали на моделях DT5. Соответственно, покорять класс модели шорт-корс 4WD. Серега Раков в прошлый раз очень хороший результат показал в данном классе. Посмотрим, сможет ли он сегодня бороться за попадание в финал А. Ну а там, в общем-то, и подиум уже скоро. Всем удачи, смотрим видео и подписываемся на канал. Yeah, know when the whistle go.
Итак, дорогие друзья, у нас прошли коллекционные заезды, и уже прошел первый раунд финальных заездов. И ребята из SKM Club показывают отличные результаты. Серега Раков в шорт-корсах полноприводных дубасит на 4-м месте. Так что сильно в финале борется на поступах к подиуму. На 3-м месте в классе модели Баги 4 ВД Сток на VRX Spirit приехал у нас Кучин Александр. Саня тоже красавец. И на 2-м месте успел в финале проехать. Ну, в общем-то, как бы закрепился в конце на 3-м. Так что продолжаем смотреть финальную борьбу. В общем, борем за своих товарищей и друзей. И всем удачи! Дорогие друзья, минутку внимания. Спасибо всем огромное за отличную гонку. Спасибо, что всем приехали. Ну а теперь, в общем-то, самая торжественная часть сегодняшнего дня у нас. Награждение у нас сегодня прям во всех классах было интересно, неожиданно, отличное завершение. Начнем мы, давайте, с шорт-корсов. Очень клевая борьба у нас была. Итак, Авдеев Алексей, 7-е место. Черных Александр, 6-е. 5-е место. Раков Сергей, 4-й. Ширяев Игорь. Дим Казенов, молодец, ты снова 3-й. За 3-е место от компании SKM Toys. Федя Завелецкий в упорнейшей борьбе накатал на 2-е место. Тебе тоже самолетик от SKM Toys. Ну и 1-е место в упорнейшей борьбе Егор Лещенко. Класс. И тебе вообще отличный подарок. Маленькие трассы приучайся. Спасибо, SKM. Держи. Отлично. Баги 4 ВД Сток. Финала. Итак, упорной борьбе. 6-е место занимает Черных Александр. 5-е место. Горбухов Александр. 4-е место. Семенов Дмитрий. 3-е место. Браво, Шурик! Кучин Александр, красавчик. RX Racing, SKM Club. 3-е место. Вообще, молодец. Ты слышишь, это тебе хлопают. Молодец. Держи. Итак, 2-е место. В упорнейшей борьбе занимает Суровенко Степа. Тебе также самолетик. Поздравляю. Отпускаем. То есть, и 1-е место. Антон Сосновский. Антоха, тебе главный приз, шорт-кост.